Добрый день, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал «Деньги в интернете», и сегодня мы поговорим на тему трендов, а именно, как подняться на хайпе, чтобы на этом заработать. В качестве примера возьмем парня, у которого руки – базуки. Приступим! Последней хайповой темой является Кирилл Терешин. Это человек, который колется синтолом и говорит, что у него руки-базуки. Чтобы с легкостью поймать волну хайпа, нужно сделать что-то неординарное. В случае с ним гробится здоровье. Помним мы также Сычеву и Шурыгину, которые не отличились своей скромностью и попали на программу «Пусть говорят». Вокруг них собиралось тоже очень много хайпа. Итак, что мы можем с этим сделать? Точнее, как раскрутиться на этих людях? Давайте я вам покажу примеры, напишем в YouTube запрос Терешин и отсортируем по каналам. Можете заметить, один его официальный канал и 4 как минимум серых, чужих. На самом деле их больше, но это наиболее крупные. Давайте откроем их. Вот ролики, которые даже без названия собирают хорошее количество просмотров. 271, 1000 с чем-то, 172, 675, 500, ну и так далее. Следующий канал. Здесь намного меньше просмотров, но и тема здесь по поводу Терешина совсем не поднимается. Смотрим дальше. Совершенно пустой канал, плохо оптимизирован, без превьюшек, залито очень мало видео, но при этом они собирают просмотры, даже с самого начала. 10 тысяч, 3 тысячи, 2 тысячи и так далее. И последний канал. Тоже видим просмотры. Есть 200 просмотров, 175, ну а в общем получается 2000 просмотров. Опять же говорю, здесь оптимизации никакой, превьюшки тоже такие себе. Но к чему я веду? Авторы всех этих каналов получают деньги с монетизации YouTube. То есть во время этого хайпа они заливают ролики тематические, их просматривают заинтересованные пользователи, им показывается реклама, и автор канала получает с этого деньги. Как альтернатива может выступать еще заработок на направлении трафика. Без проблем можно оставлять ссылку в описании или делать прирол на какой-нибудь протеин, креатин или другое средство для роста мышечной массы, с каждой продажи которого вам будут выплачивать деньги. Для этого просто используйте различные партнерки, о которых мы не раз говорили. Идем во ВКонтакте, напишем Терешин. Смотрим, 5300 подписчиков, 6200, 4000, 4700, 1700, 3000, 2500 и так далее. Эти группы, поверьте, никто не раскручивал. Они поднялись за счет этих запросов, Кирилл Терешин, руки-базуки. Люди, которым интересна данная тема, писали запрос Терешин, находили эти группы и подписывались на них. Следовательно, администраторы данных групп, конечно же, на этом зарабатывают. Вот я заметил, синтол по СНГ Кирилл Терешин рекомендует. Переходим и видим. Здравствуйте, уважаемые подписчики, просто проходящие люди мимо, или же будущие покупатели. Мы никого не принуждаем, тырым-пырым. В общем, они продают синтол. 400 мл 5500, 100 мл 2200. Вот готовый интернет-магазин. 4700 подписчиков. На записи, которая была опубликована менее недели назад, 2300 просмотров. На товарах только за сегодня 17 просмотров. Далее идем в Инстаграм. Напишем опять Терешин. Открываем последние профили и смотрим. 17800 подписчиков, 19000 подписчиков, 54000 подписчиков, практически 10000 подписчиков, 8000 подписчиков, 19000, 2000, 17. Ну, я думаю, вы поняли. В каждом профиле указаны контактные данные. И написано «По рекламе и сотрудничеству обращайтесь сюда». Следовательно, админы данных аккаунтов зарабатывают деньги путем продажи рекламы, перенаправления трафика на партнерки и сотрудничества с различными компаниями. Вы тоже без проблем можете создать канал, аккаунт, группу, какое-то сообщество, сайт, да все что угодно. И как раз таки на волне хайпа получите бесплатную раскрутку клиентов и, следовательно, заработаете. Тема реально работает. Лично я когда-то на Шурыгиной срубил 50 тысяч просмотров и заработал порядка 10 тысяч рублей. И это было только с одного видео. Вы, скорее всего, спросите, как находить таких персонажей. Первое, самое простое, переходим в раздел «Тренды». И смотрим, что сейчас актуально. Вот как раз таки этот Кирилл Терешин. Спускаемся ниже и выглядываем другие тренды. На данный момент пока ничего другого интересного нет. Следующий инструмент – Google Trends. Его вы тоже можете без проблем использовать. Вот на сегодняшний день актуальные новости. Авангард, Лада, Континентальная хоккейная лига, хоккейный клуб, футбольный клуб Зенит, Лига Европы, УЕФА.
видим, что это очень сейчас популярный тренд, практически все позиции им забиты. Следовательно, если вы по какому-то определенному запросу создадите группу ВК или канал на YouTube, может быть, видео назовете, результаты матча такого-то, такого-то, или мониторинг игр 2017 декабрь ФК «Зенит», вы получите просмотры, подписки и конверсии. Давайте тему напишем «Терешин», и вы в очередной раз убедитесь в актуальности данного тренда. Помаленьку он начинает возрастать, 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 и вот на сегодняшний день пик, динамика популярности 100. Чуть ниже замечаем, по России 100, Беларусь чуть меньше 71, Казахстан и Украина чуть меньше 40 просмотров. Также вот дополнительные запросы по данной теме. Ампутация, Малахов, прямой эфир, пусть говорят, смерть. Вот какие люди, самая популярная тема — смерть. А похожие запросы: Кирилл Терешин умер, Синтол, Терешин умер, сверхпопулярность. Прям таки по данным трендам жутко смотреть, вдруг он правда умер. В общем, при помощи двух этих инструментов, в тренде и Google Trends, вы сможете находить актуальные темы, хайповать на них, набирать популярность и зарабатывать. На этом все, дорогие друзья, с вами был канал «Деньги в интернете». Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому видео, делитесь им с друзьями, ну и конечно подписывайтесь и ожидайте выхода новых роликов. До новых встреч!